Так. Ты куда ж ты? Сатурн. 357 по Киеву, 3 мая 2020 года. До идеально чистого неба далеко, но кольца Сатурна очевидно видны. Быстро проскакал. Так, и вот у нас рядышком Юпитер. До Сатурна 1 462 000 000 километров. О! Вижу Юпитера, спутника. Но только что не было видно. Видать, разведняется по чуть-чуть. Сейчас попробую резко спад. То, что ты такое убегаешь так быстро. Так, доставляю, чтобы он сам впал в кадр. Вот они, красавцы. Это Ганимед, потом идет Ио. Вот он, наш красавец Юпитер. Чудесно, чудесно. Даже ветерочек стих, повезло. И дождь прошел, облака разошлись. А вот это у нас сладкая парочка, сначала Каллисто, как ни странно, а потом уже Европа. Ганимед, Ио, Юпитер, Каллисто и Европа. Ну, не чудесно. Так, ну что. Извиняюсь, но придется опять шевелиться.
опять играю с резкостью. Лучший враг хорошего, но хочется же лучшего. Наверное, это все, что можно сделать. Ай! Вот же ж юркая, маленькая, большая планета. О, какое оно все чувствительное за... чересчур. Никак не получается. Шаг влево, шаг вправо и тю-тю. Невозможно. Терпения просто не хватает. Это уже наши деповские фонарики. И вот он, Сатурн. Был. Удивительно сложно навестись при таких увеличениях. О! Бинго! Как раз по диагонали. Так, а вон уже и Марс виден, ёлки-моталки. Сейчас попробую на него навестись. До Марса 181 миллион километров, до Сатурна 1 миллиард 462, да, я уже говорил, по-моему. О, как хорошо. Смотри, как чудненько у нас Сатурн по кадру проплыл. Давай еще раз. Наведемся. Вот они как рядышком совсем. На небосводе.
Странно. На Юпитер тяжелее навести себе получается, чем на Сатурн. Почему? Вроде же ближе. Вдвое почитай. Так, ушел. Еще раз, это у нас сначала идет Ганимед, потом идет Ио, спутники, потом идет Юпитер. И сейчас в кадр, о, ветерочек поднимается. Ой-ой-ой, неудачно. Ну что есть-то есть. Мне это надо уже придерживать. И вот там сдвоенная группа у нас это... Калиста сначала, а потом Европа. Чуть не помню, что с резкостью не так. Да, ну как я и сказал, дождь только что прошел, небо не вполне ясное. Отошел. Ну, по-моему, вот это даже очень неплохо. Чётенько мы все видим. Ганимед, Ио, Юпитер, Каллиста, Европа. А Марс у нас сейчас прячется, пытается за деревом. Сейчас придется треногу переносить. Ладушки. Так, вон они, деревья. Так, еще попробую найти ракурс, так что. Так. Ну вот это вот Марс, 181 миллион километров до него. И он убежал. О! 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 Так, сейчас попробую резкость поиграться. Заранее извиняюсь. Наверное, лучше всего так.
Ну, практически видно фазу. Будем так говорить. Так, ладушки. Сейчас буду еще один дубль делать. Уже светает. Может, сейчас это сыграет нам на руку. 4 часа 13 минут по Киеву, в Харькове. 3 мая. Так, наши звездочки, планетки. 3 мая 2020 года.